Дербентские и китайские врачи провели телемост по вопросу борьбы с COVID-19. Стороны обсуждали диагностику и лечение коронавирусной инфекции и проведение антибактериальной терапии. Китайские медики, которые первыми прошли сложный этап борьбы с вирусом, ответили на все интересующие вопросы дагестанских специалистов, а также поделились своим опытом лечения пациентов. У нас много вопросов, и вот эти вопросы мы собирали у коллег, которые, к сожалению, не все здесь присутствуют, потому что они находятся в красных зонах. Но один из первых вопросов, который бы нас интересовал, это проведение самой по себе антибактериальной терапии. Максимальное количество назначаемых антибиотиков, наименование, дозировки, в каком они сочетании, в принципе, как бы вы проводите. Новая информация, полученная от китайских специалистов, будет учтена при проведении практической работы в дербентских медицинских учреждениях. Глава Дербента Хизри Абакаров поблагодарил врачей из Китая за содействие и помощь. Спасибо вам за помощь, которую вы нам сейчас оказали. Всегда обмен опытом – это очень важно для нас. И мы рады, что у нас появились новые друзья. И город Дербент ждет вас и всех ваших друзей здесь, в нашем в древнем городе. Мне очень будет приятно, если вы все придете к нам в гости. Вам большое спасибо.